1 декабря заканчивается срок уплаты имущественных налогов физических лиц. Для того, чтобы помочь жителям нашего района правильно и в срок заплатить налоги, в Славянской межрайонной налоговой инспекции будет проведен день открытых дверей. В рамках мероприятия все желающие смогут узнать о порядке начисления и уплаты земельного, транспортного налога и налога на имущество. Специалисты налоговой инспекции подробно проконсультируют по всем возникающим вопросам, проведут разъяснения на тему имущественных налогов и онлайн-сервисов Федеральной налоговой службы России, а также помогут подать заявление в случае обнаружения некорректных сведений в налоговом уведомлении. Дни открытых дверей пройдут 9 ноября с 9 до 18 часов и 10 ноября с 10 до 15 часов. В случае неуплаты налогов в установленный законодательством срок на всю сумму долга перед государством будет начисляться пеня. Кроме того, неуплата налога предоставляет налоговому органу право перейти к процедуре принудительного взыскания налога.